Согласно меморандуму о сотрудничестве, подписанному между министерствами здравоохранения Узбекистана и Турции, первые 25 наших врачей были направлены в Турцию для обучения. Эти медицинские работники, отобранные из 6 регионов, пройдут стажировку в престижных клиниках Анкары. В рамках двустороннего сотрудничества, инициированного Фондом поддержки и привлечения в медучреждения одаренных и квалифицированных медицинских специалистов при Министерстве здравоохранения, отобранные из региона специалисты получат возможность в течение месяца обмениваться опытом в престижных клиниках Анкары. 5 сотрудников, привлеченных к учебным курсам, изучат турецкий опыт медицинского менеджмента. 10 врачей и 10 медсестер познакомятся с процессом лечения и передовыми методами, последними достижениями здравоохранения Турции, которые можно применять в нашей национальной медицине. Важно то, что в составе специалистов, направляемых в престижные клиники Турции для повышения квалификации, задействованы бригады врачей и медсестер из самых отдаленных медицинских учреждений Узбекистана. Цель ясна – это применение новых знаний, полученных специалистами, прошедшими обучение в передовых клиниках Турции в своей области, создание базы для внедрения новых и современных методов лечения в отдаленных районах страны. Сегодняшняя поездка, она отличается от всех поездок тем, что идет направление специалистов по мультидисциплинарному направлению с целью организации здесь высокотехнологичных методов диагностики и лечения. В соответствии с выездом работников Министерства здравоохранения в областях, мы выявили ряд прогрессивных методов, а также недостатков, которые имеются в областях. И поездка в данном случае направлена на то, чтобы нивелировать те негативные и также недостатки, которые выявлены в этих областях. В данном случае организаторам здравоохранения направляются для изучения опыта Турции, который имеет по IT-технологиям в системе здравоохранения очень важный вопрос. Второе направление – это медицинское страхование. Третье направление – это непосредственно повышение качества медицины. Среди тех, кто будет повышать свою квалификацию, тщательно изучать положительный опыт Турции и группа медицинских работников из Иликалинского района Республики Каракалпакстан. По их словам, данный механизм работы, направленный на совершенствование деятельности врачей и медиков, безусловно, отразится и на качестве оказываемых медицинских услуг, обеспечении здоровья населения и предотвращении заболеваний. Были отобраны главный врач, врачи и медсестры нашего районного медицинского объединения, чему мы очень рады. Это хорошая возможность, которую мы должны использовать максимально эффективно. Сегодня медицина требует современного подхода не только от руководящих кадров и врачей, но и медицинских сестер, поскольку сфера здравоохранения развивается с каждым днем. Лично я буду изучать систему управления, использование современных технологий в работе медсестер, после чего полученными навыками и знаниями буду делиться со своими коллегами. Специализация медперсонала, направившегося в Турцию, самая разная. Среди них лицевые хирурги, нейрохирурги, урологи, акушеры и гинекологи. В отборе этих специалистов, наряду с их опытом и навыками, учитывался и уровень знаний турецкого, а также английского языков. Программа курсов повышения квалификации будет насыщена и включать в себя как теоретические занятия, так и проведение вместе с турецкими специалистами сложнейших хирургических операций.